Знай свою историю. Новый проект в Царскосельском благочине Санкт-Петербургской метрополии. Он готовит молодых экскурсоводов для интерактивных экскурсий с разными группами молодежи. Знакомит участников со страницами истории царского села, помогает прикоснуться к прошлому, осмыслить настоящее, заглянуть в будущее. Историю свою надо знать. Именно так решили участники молодежного клуба Екатерининского собора «Своя волна» совместно с руководителем паломнической службы Царскосельского благочиния Дмитрием Олеговичем Бахонским. Получили благословение и организовали проект «Знай свою историю». Идея родилась о том, чтобы подготовить молодых экскурсоводов. Ну, поскольку мы еще в Царском селе находимся, и этот сам Бог велел нам здесь начать готовить таких экскурсоводов. Вот. И это действительно очень интересно, потому что это общение будет еще очень полезное. Вот. Мы будем общаться на тему царской семьи, да, и ребята наши, которых мы готовим, вот, они будут не просто разговаривать, они будут делиться своим, не знаю, опытом, своими знаниями истории. Вот. То есть это очень перспективный проект. В крипте Екатерининского собора, здесь же находится музей, посвященный храмам Царскосельского благочиния, собираются те, кому интересно прошлое, место, в котором живут. Пару занятий уже прошло. Участницы, а в проекте только девушки, уже подготовили некоторые темы для публичного выступления. Мало изучить историю, надо еще уметь рассказать ее увлекательно, интересно. За это отвечает куратор проекта Дмитрий Бахонский. Идеал заключается в том, вот именно дело рассказа со стороны учителя, да, чтобы учитель ничего не говорил, чтобы говорили ученики, друг с другом общались, друг друга дополняли, а учитель, может быть, модерировал эту беседу. Вот, может быть, таким образом. Только тогда начинается, нейроны наши начинаются двигать, да, двигаться, когда хочется найти что-то новое, хочется что-то добавить, что-то прицепить из своих знаний, и получится красивый, такой мозаичный, но стройный своим узором рассказ вот о той или иной проблеме, о том или ином вопросе и так далее. Вот это здорово. Одна из участниц – Тамара Авдеева. В школьные годы девушка пробовала свои силы в исследовательских работах, но, говорит, получилось сухо. Тяга к изучению не пропала, но хочется научиться говорить красиво и увлекательно. Я пришла вот на этот проект, чтобы воплотить свои знания в какую-то более эмоциональную и более какую-то востребованную, что ли, информацию, которая действительно нужна людям и которая будет полезна не только, например, мне, как исследователю, а еще и людям, которым я это несу и рассказываю. В этом проекте участники активно занимаются исследовательской деятельностью, ведут наблюдения, работают с дополнительной литературой. В течение 3 месяцев здесь будут активно готовиться, чтобы уже весной каждый из участников смог попробовать себя в роли экскурсовода по Царскому селу.